Беларусь-Болгария 10 годов супрацовництва на шляху боевых мастацтваў. У Гомельском центре усходних одиноборствов прошли международные учебно-квалификационные сборы по киокушинкан карате. Инструкторами выступили представники Болгарской и Белорусской федерации. У их лику абсолютный чемпион света по киокушинкай Захары Дамьянов. На четырехдневные сборы у Гомель приехали каля 100 каратистов из Болгарии, а так само Минской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Самому юному удельнику 12 годов. Однако махшимостью поучиться у лепших скористались и дорослые. У программе сборов мастер-классы по боевой технике, работе с палкой и на мячах. Я в Беларуси первый раз. Впечатления отличные. На мастер-классах все выкладываются на 100%. А это залог успеха каратиста. Хочу отметить, что ваши ребята частые участники болгарского международного тренировочного лагеря. Поэтому здесь хоть и впервые, но вижу знакомые лица. У планах Гомельского центра усходних одиноборствов и сёлета съездить на сборы у Болгарию. Это увогуле уже стало традицией. Супрацовництва каратистов двух краин ведется с 2010 года.